В православных храмах сегодня чтят память святых Кирилла и Мефодия, равноапостольные просветители, известные еще как Солунские братья, в конце IX века создали систему старославянской азбуки языка. Таким образом, богатейшая византийская цивилизация стала доступной и понятной для всех славян. Они смогли читать священное писание, богослужебные книги не по-гречески, а по-старославянски, на кириллице. День славянской письменности и культуры как официальный праздник в Беларуси отмечают ровно 30 лет. Сегодня во всех православных храмах проходит праздничное богослужение. В Минске по традиции Свято-Духово кафедрального собора организуют большой крестный ход в городище к месту первого православного храма Беларуси. Благодаря славянскому языку на протяжении длительного времени происходило обогащение русского литературного языка. И в настоящее время употребление славянского языка, как языка богослужебного, объединяет русских, белорусов, украинцев, объединяет их не только между собой, но и объединяет их с другими славянами. Книжные особо ценные памятники на церковнославянском сегодня хранятся в некоторых православных храмах Беларуси, в Национальной библиотеке и Церковно-археологическом музее Минской духовной семинарии в Жировичах.